27 марта буду пробовать черенковать гортензию комбинированным черенком. Это Wim's Red. Ну, сорт вообще обалденный, конечно. Буду обрезать уже то, что наросло. Вот эти вот две почки. Мне такой высокий он не нужен. Все равно его нужно формировать. Я вот дождалась, когда, значит, отрастут черенки. Сейчас я срежу. Сейчас, одну минутку. Сделаю косой. Вот такой сделала косой срез. Ну, руки грязные, понятно. Я сейчас фуксии пересаживала. Окунаю в радигрин и ставлю на укоренение прям до почки, до побега. И срежу сейчас еще один черенок. Так, здесь срез так вот ровный. И здесь вот еще пара почек, возможно, даже проснется. Вот еще снизу на другой веточке пошли почки. Но я хочу, чтобы он у меня был сформирован. Сейчас пока обрезаю. Вот так. Ой, режется вообще шикарно. Сейчас сделаю косой срез. Буду пробовать в радигрин. Не знаю, получится у меня что-то или нет. Вообще с ними очень как бы нужно пробовать. Нужно находить свой способ черенкования. Потому что очень плохо приживаются. Даже после того, как дают корни. Так я вообще еще не пробовала. Ну, посмотрим. Вот сейчас покажу. Я тут накрыла, настроила. Вот у меня стоит Pink Lady. Это в стаканчике. Дали корни. Ну, это вот просто здесь под рукой она стоит. Этот. И позавчера я пересадила с корешками. Вот такую красотку. Одну почку вот я заглубила. Хорошие корни в воде. Укоренилась в воде Pink Lady. Ну, вот такая красотка. Стоит, я ее прикрыла пока пакетом, потому что боюсь, что пересохнет или там еще что-то случится. Вот. Ну и там еще стоят другие. Так что вот, буду пробовать комбинированным. Что получится, потом покажу. Если не получится, тоже об этом скажу.